последнее время замечаю за собой уменьшение желания делать традиционные деревенские обзоры. Обзор сегодня за сегодня. Типа, что произошло, как происходит. Ну, наверное, потому что деревня – это не дискотека, в ней происходит мало чего. И так вот подумать, о чем еще рассказывать, кроме того, что рассказывал на той неделе, очень сложно. Да, что-то изменяется. Это что-то хорошее. Смотреть на это что-то приятно. Ну, хорошо, давайте я расскажу, что произошло. Сегодня 3 июня, значит, уже лето. Ну, а раз уже лето, значит, пошли чисто летние проблемы. А летние проблемы – это расчистки, зачистки, прочистки. Если вся весна – это были основные посадки, летом – это уже работа по обслуживанию своих посадок. Насажал, теперь геморройся. Геморроиться, к сожалению, приходится много. Трава растет быстрее, чем хочется. При том, что дождей нет уже пару недель. Что подпитывает эти все бурьяны? Каким образом они набирают столько силы? Не придумаешь. Сегодня две немножко лишние или нетрадиционные работы. Одна моя, одна просто соседи. Соседи выкосили травку-муравку у себя на поле. Ну, то есть на поле одного соседа травку-муравку выкосил другой сосед себе для коровы. Косил триммером. Косил, естественно, профессионально, потому что это люди, огородники, скотоводы. У них корова, и они знают, как это делать. Меня же соседка, хорошая соседка, попросила привести в порядок ее картофельные грядки. Вот эти. Обрабатывались эти грядки не мною, обрабатывались эти грядки мотоблоком. Но я вот сейчас соседке их вычистил лоплошем своим от бурьяна в междугрязи. Кстати, интересный способ в этом году, который я наблюдал у них. Это посадка картошки в гребни. То есть мотоблоком делаешь гребни на поле, а потом картошку именно не в канавку, а в гребень сажаешь. И вот в результате она уже сразу выглядит, как будто она окучена. Хотя она даже и не окучивалась. Она просто стоит в своих гребнях. Вот такая технология и такой, собственно, результат. Поле, еще раз повторюсь, чужое. И это поле чужое, и поле с травой тоже чужое. Но, пройдя эти два поля, мы постепенно выйдем и на наш огород. Это задняя сторона наших участков. За этим всем бардаком, который нас окружает с этой стороны, находится территория школы. Школьные поля, старые строения. В общем, чужая земля. Она частично брошена, частично бесхозяйственна, поэтому не самое лучшее соседство, но какое есть. А это уже мой участок. Сегодня я сделал ту же самую работу, прочистил междугрядье на картофельном поле. Сначала мысль была глобально сделать окучку, но окучка не пошла по той простой причине, что земля пересохшая. 2 недели нет воды. А без воды, как бы это ни было, как сказать, банально сказано, ни туды, ни сюды.
Поэтому получилось, что получилось. Вот и все. Что можно сказать за эти несколько дней, которые мы воевали или воюем на огороде. Нет воды, сушь, расчистки, расчистки и расчистки. Как получается? Как-то так. Как-то так.